2 года назад мой молодой человек подарил мне маленького норвич-терьера. Мне было жутко страшно, ведь я студентка 2-го курса, живу на съемной квартире, и у меня никогда не было опыта в самостоятельном воспитании собаки. Но все мои переживания оказались напрасны. Марви сразу же стал неотъемлемой частью моей жизни, моей души. Уже в 3 года он полетел со мной гулять по Санкт-Петербургу, а в год проделал путь от Москвы до Владивостока. Когда он появился, я поняла, что не хочу, чтобы он целыми днями ждал меня дома в одиночестве. Сейчас, если вы увидите меня, то, вероятнее всего, за мной будет следовать этот маленький хвостик. Мы ходим с ним в кафе, рестораны, в гости. Недавно Марвин даже побывал со мной в кинотеатре. Я уверена, нас еще ждет много совместных приключений. Кто бы мог подумать, что главный мой спутник будет с хвостом и мохнатыми ушами.